Продолжим. Я взял тебе латте. Готов к работе? Да. Так я и думал. Я им сказал сделать для Вика, и они написали Вик прямо здесь, с ума сойти. Привет всем, это Вик. У меня тут латте. Мы собираемся снять видео для вас. Как жизнь? Отлично. Добро пожаловать в видео номер два. Приступим. Добро пожаловать, друзья. Это наше второе видео в бесплатном цикле «Вдохновитель большой идеи». Для начала я хочу поблагодарить вас за столько комментариев. Мы получили массу комментариев к первому видео, которое, я надеюсь, вы посмотрели, где я был в Майами, и я показал вам формулу успеха заработка больших денег. Знаете что? Много людей слали мне имейлы и спрашивали меня: «Вик, твой метод выглядит настолько простым, у тебя, наверное, есть какие-то волшебные способности, чтобы такие вещи воплощать. Чем ты отличаешься? Как тебе удалось добиться такого стиля жизни для себя и семьи за такой короткий промежуток времени?» И люди просто автоматически думают, что для осуществления подобной деятельности нужны какие-либо волшебные способности. И знаете, правда в том, что у меня нет никаких волшебных способностей. Я не супергений. Джонатан, я не намного отличаюсь от тебя, дружище. Понимаешь, о чем я? Да? I don't have any magical abilities, you know, I'm not anybody special, I'm just like an every, I'm Jonathan, I'm no different than you, man, you know what I mean, Yeah. Но что я хочу сейчас сделать? Погнали! Я хочу показать вам, друзья, кое-что. Давайте поговорим в машине, пройдемся. То, что я покажу, должно быть вам интересно. Поехали, садись. Как заработать прямо сейчас? Вик Стрижеус. О чем будет это видео? Я расскажу им, как заработать деньги прямо сейчас, по сути, в любой желаемый момент. Стратегии, которые я лично использую в моем бизнесе, работают безотказно, еще не подвели ни разу. Я, по сути, бесплатно поделюсь с ними одной технологией, которая реально стоит 500 баксов. Да, я такой. Хорошо, есть причина, почему я хотел показать вам это место. Скорее, есть две причины. Во-первых, это место, где все начиналось. Это место, где я начинал. Невозможно забыть то, откуда ты стартовал. Люди обращаются ко мне и спрашивают: «Вик, у тебя есть какие-то суперспособности?» И я хотел бы показать тебе, где я жил в 2005-м. Вот та квартира. Видишь ее, Джонатан? Второй этаж, балкон на углу. Женился в 20 лет. Мы были просто детьми, я и моя жена. Я работал в банковском деле в то время и зарабатывал $300 в неделю. Большинство тех денег, а по факту все эти деньги, уходили на оплату вот этой квартиры и коммунальных. И к концу месяца не оставалось денег вообще. Все мысли о работе, что весь остаток жизни тебе будет кто-то говорить, что делать, когда взять перерыв, куда пойти обедать, когда взять отпуск и какова будет твоя зарплата. Этот кто-то постоянно давит на твои мозги. Я просто не мог этого больше терпеть, и мне пришлось посмотреть вокруг и найти решение, потому что я не хотел, чтобы моя семья просто выживала, понимаете? Как мужчина, я хотел обеспечить наилучший стиль жизни, который они действительно заслуживали. И вот тогда я открыл для себя интернет-маркетинг, индустрию сетевого маркетинга, и вы знаете, все поменялось для меня. То, что происходило потом, это знатная история. И это было не так просто. Здесь как-то прохладно. Почему бы нам не вернуться в машину? И я хочу рассказать вам, что позволило мне подняться. Поэтому, друг, если вы смотрите это видео прямо сейчас, я хочу, чтобы вы поняли, неважно, какова ваша ситуация, если я мог пройти путь от жизни вот в этой квартире в 2005-м, всего пару лет назад, и поймите меня правильно, я скромный парень. Я не хочу тут хвастать, но эта машина одна стоит больше, чем тот целый жилой блок. Я никогда не мог подумать, что смогу жить так, как сейчас, всего через несколько коротких лет.
Так в чем же секрет? Что мне помогло? Как раз об этом мы поговорим в этом видео. Я рад поделиться этими стратегиями с вами. Повторите и примените это. Я думаю, это сработает и у вас. Пошли! Когда я начинал в 2005-м, все было не так радужно. Это было не так просто, как нас убеждают все эти гуру. Они говорят, что нужно только стартовать, найти продукт для продвижения, и завтра же разбогатеешь. Так не бывает. Сейчас, смотря в прошлое, я понимаю, что через много прошел и стал кем-то. Показываю и обучаю других, как делать то же самое. И у меня есть, что рассказать вам, друзья. И я хочу, чтобы вы внимательно слушали. Я надеюсь, что избавлю вас от части разочарования и испытаний, через которые мне пришлось пройти самому. Когда я начинал, мне на самом деле пришлось занять 30 тысяч долларов, потому что у меня не было денег для старта. Это сумасшедшая история. Я не мог просто пойти в банк за деньгами. И единственный вариант, который у меня был, это пойти к другу, который сам занял деньги в своем банке по залогу его дома. И он дал мне взаймы 30 тысяч, чтобы я мог начать бизнес. Я спустил 20 из них в первые 60 дней. Как так получилось? Я просто слушал не тех людей. Я слушал людей, которые представились успешными, но таковыми не являлись. К сожалению, подобное происходит нередко в нашем обществе. Множество разных гуру говорят: «Следуй за мной, и я исполню все твои мечты». Но в реальности они нищие. Они и сами не знают, как это делать. Вообще, как кто-то может учить тебя, как делать деньги, если он сам этого не умеет? Логично? Я реально продвинулся, когда нашел себе наставника, который жил той жизнью, о которой я мечтал. Кто-то, кто зарабатывал деньги, которые я хотел заработать. Я начал слушать этого парня. Он поделился со мной концептом, показал мне стратегию, которая кардинально поменяла мой бизнес очень быстро. По факту, за 90 дней я прошел от нуля и даже имея долг до заработка моих первых 20 тысяч. Этой стратегией я поделюсь с тобой в этом видео из этого бесплатного цикла. Я верю, что ты применишь что-то подобное, смоделируешь это, потому что это изменило мой бизнес, это изменило бизнес для сотен тысяч людей, с которыми я поделился этим. Надеюсь, ты применишь это и перейдешь на следующий уровень. Круто! Пошли! Поговорим, как заработать прямо сейчас. Люди спрашивают меня постоянно: «Вик, а у тебя есть офис? Или ты работаешь из дома? Где твой секретный штаб?» Они его так иногда называют. И я подумал, пока мы здесь, почему бы мне не показать вам, где самое волшебство происходит. Вот этот стул, мой друг, связан с большим количеством денег, миллионами долларов. Я просто прихожу сюда, усаживаюсь в него поудобнее, и по сути, что я делаю каждый день? Я просто придумываю классные идеи, абсолютно разные блестящие идеи, которые принесут людям тонны денег. Вот этот блокнот здесь. Я покажу вам его содержимое, кстати, потому что это реально секретный материал. Он связан с миллионами и миллионами долларов. Я просто придумываю разные идеи, и потом притворяю их в жизнь, реализую их. Сейчас еще вам что-то покажу. Видите это? Это маленький клочок бумаги. Джонатан, сколько ты думаешь, я заплатил за него? Может, баксов 20? 20 баксов? На самом деле я заплатил за него 10 тысяч за эту формулу на этом куске бумаги. В курсе, сколько это мне принесло? Нет, за последние 12 месяцев около 500 тысяч долларов. А бывает так, что люди говорят: «Вик, я не могу». Люди просто не верят во вложение в себя, вложение в идеи, в обучение и в тому подобное. Но я скажу: смотрите, я заплатил 10 тысяч, чтобы заполучить этот кусок бумаги, который принес мне более 500 тысяч. И это то, чему мы учим во вдохновителе большой идеи – алмазный аккаунт. Позвольте мне показать вам еще что-то. Мы сейчас снимаем видео. Остальная часть данного тренинга будет проходить прямо здесь, в этом фойе. Это то, что происходит за кулисами, так сказать. Здесь я провожу все мои тренинги. Белая доска, здесь освещение, оборудование, камеры и тому подобное.
Что мы сейчас делаем? Мы продолжим прямо отсюда, прямо с этой точки, где я стою. Я собираюсь показать вам, как заработать кучу денег. Я пройдусь по тем трем вещам. Секретная формула, если угодно. Три компонента секретной формулы. Я покажу вам, как заработать много денег, начиная с сегодня. Готовы? Джонатан, ты готов? Тогда погнали. Хорошо, давайте поговорим о том, как заработать денег. Заработать в любой момент, когда захочешь. Хочешь узнать, как это сделать? Это как раз то, о чем мы поговорим прямо сейчас. И это то, о чем научу я вас в этом сегменте нашего видео. Если вы помните с прошлого видео, кстати, если не посмотрели его, оно где-то тут наверху. Настоятельно рекомендую посмотреть. Там, где я вас познакомил с секретной формулой, которую я лично использую в моем бизнесе везде, применительно к чему угодно, связанному с заработком мною денег в интернете. У формулы три компонента. Помнишь их? Номер один, нам нужно иметь правильный транспорт. Предложение. Номер два, нам нужно иметь двигатель для этого транспорта. Система. Так, номер три, нам нужно иметь подходящее топливо, трафик для этого двигателя. В контексте того, что мы делаем здесь, как интернет-маркетологи, нам нужно иметь предложение, что-то, о чем никто никогда не говорит, то, что кардинально изменит ваш бизнес. Мне это помогло очень сильно. Я называю это двигатель, то есть ваша система, что-то, что будет толкать, что-то, что будет способствовать этому предложению приносить прибыль еще эффективнее. И затем третий компонент — это трафик, который будет питать всю эту машину. Это как раз то, о чем мы поговорим в этом видео. Я объясню подробнее, до самых мельчайших подробностей, чтобы вы все поняли, и не только поняли, а также посмотрели, как я буду это делать на моем компьютере сейчас. Что мы и сделаем? Мы войдем в интернет с вами, и через секунду я покажу вам, как я создаю свою компанию, которая позволяет подняться мне выше конкурентов, чем бы я ни занимался, хорошо? Вы посмотрите, как я работаю, и вы сможете повторить это в своем бизнесе. Готовы? Давайте сделаем это. Первый компонент — это выбор вашего транспорта. Позвольте мне рассказать, что я делаю, когда выбираю транспорт для продвижения, когда я выбираю предложение или продукт, который собираюсь продвигать. Первый компонент, который я ищу, продукт должен быть привлекательным для масс. Поэтому если вы продвигаете что-то, что находится в узкой нише, вам будет сложно заработать денег быстро. Поэтому подумайте о следующем. Возьмем пример большого рыночного продукта. Вы знаете кого-либо, кто не хочет заработать лишние 5 или 10 тысяч в месяц? Есть такие знакомые? Я не знаю. Каждый хочет зарабатывать больше. А вы знаете кого-то, кто хочет быть больным, уставшим, толстым и выглядеть плохо? Нет, никто не хочет быть таким. Каждый хочет быть здоровым, каждый хочет дышать жизнью, и каждый хочет выглядеть отлично. Вот что я имею в виду под понятием массовый продукт. Что-то, что хочет каждый. Если вы просто подойдете кому-нибудь на улице с тем, что у вас есть, и расскажете о вашем продукте или сервисе, и если 8 из 10 это неинтересно, вы, вероятно, продвигаете что-то не то. Если вы хотите зарабатывать много денег быстро, вам следует продвигать что-то, что пользуется спросом на рынке, логично? Это первое, что я ищу. Следующий пункт. Если я хочу продвигать продукт, я убеждаюсь, что комиссионные выплаты высоки. Например, если у меня три продукта, три выбора. Продукт номер один принесет $20, продукт номер два принесет 200, а продукт номер три — 2000, и продукты все стоящие. Какой из них, вы думаете, я буду продвигать? Конечно, я буду продвигать тот продукт, который принесет мне наибольшее комиссионное. Это просто логично. Если структура комиссионных имеет остаточный компонент, встроенный в него, это даже лучше, потому что вы можете сделать работу один раз, а вам платят вновь и вновь, месяц от месяца. Это чудесно. Это очень важно для меня, выбор транспорта. Компонент номер три. Я убеждаюсь, что продукт, который я буду продвигать, действительно стоящий продукт. И мой друг, само собой разумеется, если вы продвигаете что-то, во что вы не верите сами прямо сейчас, тот ли это ваш собственный продукт, то ли чей-нибудь еще, если вы продвигаете то, с чем вы не можете посмотреть в глаза потенциального клиента и сказать с уверенностью, с 1000% уверенностью, что это реально изменит жизнь данного человека, если вы не можете этого сделать, вам следует дважды подумать о том, что вы продвигаете.
You need to think twice about what you're promoting, okay? A lot of sales is the transference of feelings. Смотрите, продажи — это передача чувств. Большинство людей не понимают этого. Если вы хотите быть успешным в продажах чего-либо, вам нужно быть убежденным самим. Эта вещь — лучшая вещь в мире и реально поможет людям. Логично? Если у вас нет этого убеждения, мой друг, будет сложно иметь успех в этой индустрии. Потому что очень важно, что я продвигаю продукты, которыми я увлечен и в которые я реально верю. Которые реально делают то, что заявлено. Четвертый момент. Я ищу продукт, который будет иметь много конкурентов. Вы скажете, Вик, ты что? Большинство гуру учит нас, как подготовить запуск, как стать первым, кто выставит продукт на рынке и тому подобное. Знаете, я думаю, это не самая умная идея, и вот почему. Подумайте, зачем мне инвестировать мои собственные деньги в чей-то продукт? Допустим, если я хочу продвигать аффилированный продукт, кто-то уже его создал. Подумайте, зачем мне инвестировать мои деньги в тестирование этого продукта? У меня нет информации, как хорошо он зарабатывает. Логично? Поэтому то, что я ищу этот продукт, учитывая, что он стоящий и отвечает всем критериям выше, я убеждаюсь, что действительно существует конкуренция для данного продукта. Скажу почему. Если куча людей продвигают этот продукт, это мне говорит, что продукт, вероятно, хорошо продвигается. В противном случае, зачем тысячам людей продвигать его? Логично? И дальше я думаю, как я могу преодолеть эту конкуренцию? Вы скажете, Вик, как это сделать? Как обогнать моих конкурентов? Это то, чему я научу вас в этом видео. Если вы не записываете, возможно, стоит взять что-нибудь пишущее, потому что информация, которую я поделюсь с вами и покажу вам, очень сильная. Она реально трансформировала мой бизнес. С точки выживания до точки процветания. И я даже смог поднять мой бизнес до уровня непостижимого для большинства маркетологов. И они сейчас смотрят на то, что мы делаем здесь, во вдохновителе большой идеи. Это не только работает для меня, это работает для наших участников во вдохновителе большой идеи. У нас работают люди с практически каждой страны мира. Сейчас, пока вы смотрите это видео. И люди, которые никогда в жизни не имели успеха, зарабатывают. У нас есть человек, которому 73 года, и он заработал 3000 за первые пару недель, просто реализуя те же стратегии, которыми я собираюсь поделиться с тобой. Это важный материал, и вам действительно стоит уделить ему внимание. Когда вы примените это, вы измените свой бизнес, без сомнения поменяете ваш бизнес, и поэтому измените вашу жизнь. Это касаемо выбора транспорта. Теперь давайте поговорим о втором компоненте в нашей секретной формуле – ваш двигатель. И вот, что я вам расскажу о двигателе, мой друг. Во вдохновителе большой идеи мы сделали его упакованным в машину, к которой есть доступ у наших членов. Когда выйдет следующее видео, у вас будет возможность заполучить эту машину для себя, и также бесплатно. Но об этом чуть позже. Сейчас я хочу, чтобы вы расширили ваше мышление, чтобы вы поняли, что происходит за кулисами, и почему я делаю то, что я делаю, и как я действительно создаю мои компании. Много людей меня спрашивают, Вик, как ты создаешь свои компании? Как ты выделяешь себя? Вот как. Когда я говорю о моем двигателе, вы должны поместить вашу компанию, и это очень важно. Это стоит записать. Вы должны помещать ваши компании, вашу рекламу. Гораздо выше конкурентов. По сути, вам нужно выделяться и быть уникальным. Так, как я приводил пример в прошлом видео, если есть продукт и есть десятки тысяч людей, продвигающих этот продукт. Вот вам формула неудачи. Готовы? Если вы хотите прогореть в бизнесе, особенно в этом бизнесе, делайте то, что 99% маркетологов делают. Просто делайте то же самое, что и они. Они просто толкают трафик прямо к предложению, которое весь мир уже продвигает. Логично? Если вам нужна формула успеха, вот она. Если вы хотите быть успешным, посмотрите, что делают 2% и делайте именно это. И знаете, что они делают? Они поднимают себя над толпой, выше группы тех 99%. Вы спросите, Вик, как это сделать? Покажу через секунду. Поэтому вам стоит выделяться.
Вам следует сохранять все запросы потенциальных клиентов при малейшей возможности. И вам нужно строить свой собственный список. Если у вас нет списка, у вас нет бизнеса. И я помогу вам с этим тоже. По сути, это сводится к чему? Если вы сможете построить систему двигателя, у которого будет дублирование и преимущество в дополнении ко всем тем компонентам, о которых мы только что поговорили, у вас будет машина, которая позволит вам буквально печатать деньги в любой момент. Мой друг, вы просто решаете, сколько денег хотите заработать, и идете и получаете их. Это очень эффективно. Теперь давайте поговорим о последнем компоненте формулы – вашем топливе. И потом мы выйдем в онлайн, и я покажу вам на реальном примере жизни, на учебном примере, если хотите. Последний компонент – это правильное топливо, то есть целевой трафик. С трафиком что вы, по сути, должны сделать? Это поместить уникальную целевую страницу перед голодной толпой. Вам нужно иметь правильное топливо. Вам нужен именно правильный трафик. Большинство маркетологов просто предполагают, что если у них есть предложение, если они могут просто нагнать 10 тысяч визитов к этому предложению, то как-то чудесным образом они получат клиентов всегда. Это неверно. Если у вас есть предложение, и у вас есть система, есть правильный трафик, и вы нагнали трафик в вашей системе, тогда вы можете заработать деньги. Получение необходимого трафика... Это, например, вы залили дизель в бензиновый двигатель. Что произойдет? Машина проедет 2 мили, и потом она остановится. Это то, что большинство маркетологов делают, и я хочу, чтобы вы послушали внимательно, потому что это очень важно. Большинство маркетологов в нашей индустрии делают. Они, метафорически говоря, помещают дизель в бензиновый маркетинговый двигатель, и потом они удивляются, почему их система не работает, почему они не получают клиентов. Логично? Поэтому, когда я создаю новую кампанию, продвигающую неважно что, я всегда начинаю с малого теста, когда речь идет о трафике. И опять же, это не видео, обучающее, как нагнать трафик. Мы делаем это во вдохновителе большой идеи, так же, как в Академии большого трафика. Мы объясняем всем о том, как нагнать трафик, как улучшить конверсию и тому подобное. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы поняли и увидели всю картину в общем. Я хочу, чтобы вы поняли, что происходит за кулисами, и как я создаю мои кампании, и как я помещаю себя выше конкурентов. Логично? Когда мы откроем двери в VIM, через пару дней вы сможете туда попасть и выучить все про генерацию трафика. Получение трафика на самом деле самая простая вещь в мире. Я научу вас получать любое количество трафика, какое вы пожелаете. Хорошо? Если моя тестовая компания прибыльная, я буду ее расширять. Далее, по сути, объяснение. Что мы сейчас делаем? Давайте выйдем в онлайн прямо сейчас. И давайте возьмем пример из реальной жизни. Я хочу вам показать подробно, как я создаю мои компании и как я себя помещаю выше конкурентов. Что я сейчас сделаю? Я зайду на Кликбанк, и опять, когда речь идет о выборе транспорта в BIM, мы решили эту проблему. Это не проблема. И на самом деле, с BIM-машиной, с маркетинговой системой, доступ к которой я собираюсь отдать вам всего через пару дней, когда она станет доступной, вам ни разу не придется беспокоиться о выборе правильного транспорта. Мы отдадим вам транспорт, который лучший в мире. Абсолютно лучший в мире. Но просто ради примера, скажем, вы продвигаете ваш продукт, или, может быть, вы больше в теме аффилированного маркетинга. И вы спросите: «Вик, ты можешь помочь мне заработать денег? Помоги мне сделать это». Я это сделаю для вас прямо сейчас. Я думаю, каждый может понять аффилированный маркетинг, где ты фактически продвигаешь чей-то чужой продукт. Учитывая все вышесказанное, давайте просто возьмем и выберем что-нибудь на кликбанк рынке. Я не говорю, что вам делать. Моя цель здесь, мои друзья, я хочу, чтобы вы увидели, как я позиционирую себя, когда продвигаю что-либо. Логично? Продукт с кликбанк рынка наверняка не лучший продукт, который я выберу для себя. Это не маршрут, которым бы я пошел, потому что я не знаю, хороший ли это продукт, но я просто покажу вам реальный пример процесса, хорошо? Опять же, в BIM мы фактически даем вам транспорт, мы даем вам двигатель, даем топливо. Все это добро упаковано в большую машину, которую мы создали. И у вас будет к ней доступ всего через пару дней. А сейчас я хочу, чтобы вы поняли процесс.
Давайте перейдем здесь к категориям. Я просто выберу что-нибудь из популярной категории. Давайте выберем здоровье и фитнес. Пусть будет это. Мы просто выбираем просто первый продукт, который выпадает здесь. Похоже, это принесет нам более 43 долларов. Это неплохо. И давайте на него посмотрим. Нажмем по этой ссылке. И это фактически, когда он у меня откроется, то есть это страница продажи продукта. Это то, что уже каждый в мире продвигает. Вы видите это? В этом проблема здесь. Могут быть сотни и тысячи людей прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, продвигающее этот продукт. Вы видите, что здесь не так? Ничего не видите? Я вам скажу, уже есть 3000 людей, продвигающие точно такой же продукт. И точно такую же страницу, которую вы увидите прямо сейчас. Каковы ваши шансы выделиться? Как вы можете выделиться из этой толпы? Вы понимаете, о чем я? Поэтому то, что я вам сейчас покажу, это метод, который вы можете начать использовать прямо сейчас в вашем бизнесе, сразу после просмотра, чтобы автоматически, мгновенно поместить себя выше конкурентов. Вы заинтригованы? Поэтому как бы я это сделал? Я бы создал целевую страницу для этого продукта. Смотрите, на этой странице отсутствуют какие-либо поля ввода. Это значит, что, например, у вас будет 100 посетителей на этой странице. Я не в курсе, как хорошо это предложение конверсируется. Скажем, 1 или 2% конверсии, что достаточно обычный процент для этой индустрии. Если предложение реально достаточно сильное, может быть, вы получите 2 человека из 100, которые действительно купят. Но если вы не сохраните данные потенциальных клиентов, если вы не сохраните трафик, не перехватите трафик внутри целевой страницы, что 99% маркетологов не делают, что произойдет? Вы просто потеряете 99 людей из 100, и вы никогда не получите их обратно, верно? И вот как я бы поступил. Я надеюсь, вы смотрите внимательно. Я бы создал целевую страницу для этого предложения. Есть 3 способа, как вы можете это сделать. Номер 1. Вы можете создать ее сами, если вы знаете, что делаете. А я не знаю как, поэтому могу нанять кого-нибудь сделать это для меня. Это второй вариант. Заплатить кому-нибудь сделать это. Это будет стоить вам где-то в районе 300 или 1000 долларов, в зависимости от того, какую целевую страницу вы хотите. Или вариант 3. Вы можете сделать, и я делаю это очень часто. Я использую программное обеспечение, которое я создал для себя лично, под названием Easy Landing Page Pro. Кстати говоря, я хотел бы отдать вам его абсолютно бесплатно в подарок, хорошо? Всегда рад. Кстати, я дам его вам бесплатно, и я покажу вам подробно, как сделать целевую страницу с помощью этой программы. Для чего угодно в любой нише, неограниченное количество целевых страниц. Она будет сделана полностью уникальной для вас. Таким образом, вы сможете поместить себя выше конкурентов. Подходите к этому с умом. Вот что бы я сделал. Посмотрите, там должна быть кнопка или что-то, чтобы зарегистрироваться в Easy Landing Page Pro. Создайте себе бесплатный аккаунт. Это программное обеспечение я создавал для себя первоначально, и оно продается в данный момент на рынке за почти 500 долларов. Что я сейчас делаю для вас? Потому что вы здесь, потому что вы смотрели мое видео, вы следите за тем, что я делаю здесь. Чего я хочу добиться? Я бы хотел создать как можно больше истории успеха. Такова моя мотивация. Я просто решил отдать это вам бесплатно, абсолютно без всяких условий. Вы реально можете начать использовать это сразу. Просто создайте себе аккаунт, выберите имя пользователя, и вы сможете создать целевые страницы без промедления. Сейчас я зайду на Easy Landing Page Pro. Вот как это должно выглядеть. Когда у вас будет аккаунт, вы авторизируетесь, что я и сделаю прямо сейчас. И я повторюсь, я просто проведу вас по всему процессу создания целевой страницы. Я не собираюсь давать вам полное руководство, как использовать софт. У нас есть видео для каждого отдельного шага, которое объясняет вам подробно, что делать. Я просто нажму на «Создать мою целевую страницу» здесь. Когда вы используете это в первый раз, вам будет нужно провести настройку, поэтому вам нужно нажать на эту кнопку здесь. Так как у меня он уже сконфигурирован, я нажму на эту кнопку, это перенесет меня на страницу, где мне нужно ввести мое имя домена и папку и создать мою ссылку. И опять же, у меня сейчас нет времени на все это, но если вы нажмете на эту кнопку, видите эту зеленую кнопку, нажимаете на эту кнопку, и запустится всплывающее видео. Запустится видео, которое проведет вас через каждый шаг процесса, понятно? That actually walks you through every single step of the process. Makes sense?
Мой друг, вам это абсолютно понравится. У меня уже выбран домен просто как пример здесь, который я буду использовать. И для имени папки я просто введу Flat Belly 5. Как вам? Опять же, вы узнаете, что это означает, когда посмотрите руководство. Для каждого шага у меня есть видео, которое объясняет подробно, что там нужно делать. Я введу информацию о моем FTP. Ладно, хорошо, это направит нас на страницу, где я выберу мой шаблон дизайна для целевой страницы. Там множество шаблонов, которые вы можете использовать. Я нажму на один из них вот здесь, и вы увидите, как это выглядит. И, кстати, вы можете создавать видео целевой страницы, вы можете настроить все на этой целевой странице. Ради примера, я просто выберу вот эту, просто целевую страницу, которую я готов использовать для этого предложения. Здесь я введу мой заголовок, мое предложение. Давайте вернемся к предложению на секунду. Я просто пробегусь по вариантам. Давайте посмотрим на этот заголовок здесь. Бесплатная презентация даст несколько необычных советов, как быстро достичь плоского живота, при этом наслаждаясь едой, которую вы любите. Нравится? Я думаю, оно смотрится достаточно хорошо, не так ли? Что я сейчас сделаю? Я возьму и скопирую все это. Просто скопирую это, и я сделаю что-то похожее на это. Просто введем «Открой для себя один совет, как быстро достичь плоского живота». Что там было написано? При этом наслаждаясь любой едой, которую вы любите. Мне нравится писать и говорить одновременно. Не повторяйте это дома. Далее идет главная страница, содержимое. Здесь вводите ваш адрес почты, чтобы посмотреть бесплатное видео, потому что там есть видео, и сделаю так. Переходим к следующему. Смотрите, мы просмотрим это. Вуаля! Как вам это нравится? Открой для себя один небольшой совет быстро приготовить флэтбелли, при этом наслаждаясь любой едой, которую вы любите. Вот наш сигнал к действию. У нас пропущена кнопка здесь. Пошли, закроем предпросмотр. И потому что это будет ваша целевая страница, поэтому вам нужно создать ваш список с помощью ее. Вам нужно связать ее с вашим автоответчиком. Вы можете легко интегрировать это программное обеспечение для работы с Aweber, GetResponse, iContact, InfusionSoft. У меня есть GetResponse аккаунт. Я просто использую его, просто для этой демонстрации. Вот как вы можете интегрировать это. Идея такова. Когда кто-то заходит на вашу целевую страницу, вы хотите, чтобы он подписался. Введите их email. И поэтому, как только они нажмут ОК или посмотрят видео кнопку, вам нужно перенаправить их на страницу вот здесь, чтобы они могли тоже посмотреть видео. И потенциально они купят, и вы получаете продажу. А если они не покупают, то у вас есть их email-адрес, мой друг. Вы понимаете, на что я намекаю? Теперь вы сможете продавать им снова и снова. Вы сохранили этого потенциального клиента. Круто! Нам нужно привязать это к моему автоответчику. Я перейду на GetResponse, и я создам веб-форму. Опять же, я не буду учить вас, как создавать веб-формы. Вы можете позвонить в вашу компанию автоответчика, они научат вас, и они покажут, как вам это делать. Или вы можете просто посмотреть на YouTube. Это реально просто. Я просто нажму «Создать веб-форму». То, как эта система настроена, вы не обязаны знать и не обязаны быть технически подкованы. Я просто нажму «Далее». Мне даже не надо ничего менять на форме. Просто удалю здесь, переименую. Я просто введу Flat Belly 5, чтобы я знал, что это для предложения Flat Belly. Вот что я сделаю. Где написано «Настраиваемая страница благодарности», я помещу мою партнерскую ссылку здесь, мою Кликбанк партнерскую ссылку здесь, или что-то еще, что вы продвигаете для себя. Чтобы получить партнерскую ссылку, мы вернемся на рынок и нажмем «Продвигать». И я введу мой Кликбанк идентификатор, который вы видите вот здесь. Я просто нажму «Создать», и я получу эту странно выглядящую ссылку, которая и есть моя партнерская ссылка.
Я вставлю эту партнерскую ссылку здесь, где написано «Настраиваемая страница благодарности». Видите это? Опять же, если вы чего-нибудь не понимаете, вы можете посмотреть это видео раз 50. Я обещаю, это будет реально просто для понимания. По сути, это будет моя настраиваемая страница благодарности. Это страница, куда всех перенаправляет после того, как они подписываются. По сути, я пошлю им мою партнерскую ссылку. Жмем «Далее». Жмем на этот HTML-код. Мне не нужны эти каскадные стили. И я просто выберу весь этот код здесь и скопирую. Вернусь к целевой странице и вставлю это в это поле, где написано HTML-код автоответчика. Это мой GetResponse-код. Понятно? Здесь мне нужно выбрать кнопку, что я хочу, чтобы было написано на моей кнопке. И я просто выберу «Посмотреть видео». Вы можете поместить метки приватности здесь. Мы просто введем. Ваш имейл не будет раскрыт никому. Нажмем «Далее», и теперь мы можем просмотреть. Я нажму «Предпросмотр». Зацените. Смотрится неплохо, не правда ли? У нас есть кнопка, просто целевая страница уже создана для нас. Но это еще не все, мой друг. Если вы желаете, вы можете добавить политику конфиденциальности и остальные нужные вещи, которые можно здесь использовать. Вы можете добавить или внести необходимый код отслеживания, если он у вас есть. Это более продвинутый материал. Повторюсь, для каждого шага есть зеленая кнопка здесь. Вы можете нажать на нее и посмотреть инструкции для этой страницы. Вам расскажут, как настроить эту страницу и что там выбирать. Вас проинструктируют, и будет реально просто следовать инструкциям. Вот мы здесь, на последнем этапе, и мне, по сути, нужно дать имя моей целевой странице. Как я хочу, чтобы моя страница называлась? Я просто напишу FlatBelly 5, вот так. Я нажму «Сохранить», и теперь что система делает? Поскольку у меня создан хостинг-сервер, соединенный с Easy Landing Page Pro, она, по сути, загружает всю эту целевую страницу на мой сервер. Она сделает то же самое для тебя. Она загрузит ее в ваш персональный сервер, чтобы только у вас был доступ к ней. В этом сила Easy Landing Page Pro системы, которая потрясающая. И вот здесь моя ссылка. Это ссылка на мою целевую страницу. Вуаля, я нажимаю на нее. Смотрите, давайте подпишемся. Это моя целевая страница для предложения. Смотрите, что произойдет, если я подпишусь через MyMail Yahoo.com, который не настоящий ящик, кстати. Что я буду делать далее, когда у меня создана эта целевая страница? Это у нас с вами заняло около 2 минут. Это реально просто. Я пошлю этот трафик на эту целевую страницу. Мой друг, нет никого в мире с такой же целевой страницей, как у вас. Логично? Автоматически это поместит меня выше конкуренции. И не только это, но я строю мой лист, понимаете? Мощная вещь, посмотрите. Я нажму на «Смотреть видео». И что происходит? Меня перенаправляет на этот партнерский сайт, видите? Чтобы протестировать это, я просто посмотрю вот здесь. Я нажму «Добавить к моему заказу», прокручу вниз, вы видите мою партнерскую ссылку здесь, вид 123. Если кто-то это купит, как вы догадываетесь, у меня будет продажа. Клево. По сути, все, что мне нужно сделать, просто поставить трафик на эту целевую страницу, и это все. Просто факт, что у меня есть эта целевая страница, прилично увеличит мой процент успеха и мой рейтинг конверсий. Позвольте мне поделиться с вами этим концептом. Позвольте мне показать вам силу этого принципа. Когда вы управляете вашим бизнесом таким образом, когда вы настраиваете ваши компании таким образом, как я показываю вам, опять же, это просто, но никто не учит подобное по разным причинам. Вы, скажем, тот человек из 100, кто купит этот продукт. Скажем, вы построили список из 100 человек или 1000 человек. И если у вас только 20 продаж, это значит, что 980 людей, которые не купили, но они в нашем списке. Теперь вы можете поступить умно. Вы можете вернуться к этой категории, потому что эти люди были заинтересованы в вашем продукте когда-то. Это называется фактор потери веса. Есть шансы, что они все еще заинтересованы, хоть и не купили. Может быть, им не понравилось оформление или еще что-то. Может быть, тогда им была цена неприемлема или что-то еще. И теперь, что я могу сделать? Я могу вернуться сюда, выбрать и рекламировать различные продукты им, тем людям, которые уже в моем списке. И когда я это сделаю, мне не нужно платить ни копейки. Круто?
Так что единственное, что мне осталось сделать, мне нужно нагнать немного трафика на эту целевую страницу, не так ли? Позвольте мне показать вам одну конкретную вещь, которую вы можете сделать прямо сейчас, касаемо генерации трафика. Это реально просто. Кто угодно может сделать это, независимо от вашего опыта. Независимо, чем вы занимаетесь. Это сработает наилучшим образом, если вы продвигаете что-то, что связано с заработком денег в сети. Потеря веса, например, продукт, который привлекателен массам людей. Логично? Существует сообщество в сети. Если вы только начинаете, если вы не знаете, как генерировать трафик, как я сказал, существует миллион, нет, не миллион, много способов генерировать трафик в сети. И мы учим всем этим способам. Мы учим подпольным источникам трафика, которые известны только тем, кто ходит на эти подпольные встречи. Мы учим всему, что связано с генерацией трафика в BIM. Получение трафика — это не проблема. Я дам вам один конкретный источник, на который вы можете перейти прямо сейчас. Это сеть маркетологов со списками. Куда вы можете прийти и сказать: «Слушайте, вот немного денег, возьмите мое предложение, разошлите ему по вашему списку». И затем, конечно, вам нужно будет послать этот трафик на вашу целевую страницу. Он просто возьмет ваше предложение, он возьмет ваш почтовый адрес, который называется Solo Ads, персональное объявление, и он или она разошлет его по ее или его списку. Трафик придет от их списка. Он попадает на ваше предложение, на вашу целевую страницу. Они подпишутся в ваш список, и таким образом, сами того не заметив, вы построите свой список сразу же. Это сообщество называется «Безопасные обмены», и я просто покажу его вам. Это safeswaps.com. Я пользуюсь им. Я сделаю поиск по персональным объявлениям. Solo Ads Click. Я просто выберу 300+, и тут много людей, мой друг. Смотрите, здесь 5 страниц и много людей на каждой странице, которые предлагают Solo Ads. Это значит, что этот человек может предложить вам 500 кликов за $39. Этот 600 кликов, это 350, этот 1500. Поэтому, если вы хотите провести тест, реально хороший тест, вы сможете увидеть, как предложение будет зарабатывать, и вы строите свой список одновременно. То есть вы можете реально потратить $35 и получите 100, 200 или 300 кликов. Прогоняете их через свое предложение. И так как вы посылаете покупателя на целевую страницу, вы строите ваш список, и вы можете реально протестировать конверсию. Логично? То есть это то, куда бы я пошел, если бы я только начинал. Просто сходите туда, выйдите на контакт с человеком, просто нажмите «Купить Solo Ad». Следуйте процессу. Это не тренировочное видео. Как делать именно это? Это реально, реально просто. У меня просто сейчас не хватит на это времени. То есть я посылаю трафик на мою целевую страницу. Сохраняю потенциальных покупателей. Это помещает меня выше конкурентов. Логично? Поэтому, если вам нравится подобное и то, что я показал вам в этом видео, я думаю, вы реально полюбите. Понимаете, я собираюсь скоро открыть двери в BIM. Я жду с нетерпением этого. Позвольте мне сказать почему. Слушайте, если вам не нужно было бы беспокоиться о том, как выбирать правильный транспорт, чтобы добраться от точки А в точку Б финансово как можно быстрее. Что если вам не нужно было бы беспокоиться о создании двигателя для этого транспорта? Создание системы. Все, о чем мы говорили здесь. И что, если вам не придется беспокоиться о топливе, трафике? Что, если вам не нужно было бы беспокоиться в их? Где взять трафик? Куда пойти получить трафик? И самое главное, как получить именно правильный трафик, который будет приносить клиентов с тем, что я делаю? Послушайте, что если я дам вам доступ к тому же транспорту, который лично я использую прямо сейчас в моем бизнесе для заработка моих денег в сети? Что если я дам вам доступ к той же системе двигателя, который я лично использую прямо сейчас, который сгенерировал мне более $700 тысяч для меня за первые 28 дней, только тестируя его, и прямо сейчас, когда я снимаю это видео, приносит мне где-то 13-15 тысяч в день по среднему, непрерывно как часы. Но знаете что? Это работает не только для меня. Я раздал это почти 1000 бета-тестеров, люди со всего мира. Кто-то из них пришли ко мне абсолютно без опыта в маркетинге, кто-то пришел ко мне без гроша. И знаете, круто то, что практически все из них сделали денег с этой системой.
Кто-то из них заработал до 15 тысяч, 20 и даже 30 за первые 30-60 дней использования системы. Круто! Это то, чему учит BIM. Там вас возьмут за руку, независимо от вашего опыта, независимо от вашей текущей ситуации. Неважно, сколько вы терпели неудач, вы получите именно то, что вам нужно. Не только теории, вы получите правильные инструменты. Правильную систему сможете поднять ваш бизнес до уровня, о котором большинство маркетологов только мечтают. Вот что такое властелин большой идеи. Я буду открывать двери всего через пару дней. Это шикарно. Послушайте, в следующем видео я расскажу вам, как вы можете стать членом BIM и получите доступ ко всей этой системе, к этой машине, которую мы создали, той же системе, которую я использую прямо сейчас, которая приносит мне просто невероятно большие объемы денег. Готовы к этому? Бесплатно. Но я буду абсолютно честен с вами. Там будет очень, очень короткий и ограниченный период времени, когда вы сможете реально стать членом и попасть туда без оплаты. Я расскажу вам, что я сделаю. Я сделаю небольшой маркетинговый тест. И поэтому, если вам повезет, и вы зарегистрируетесь во время этой специальной промо-акции, которая будет доступна здесь в следующие несколько дней. Это будет доступно всего на пару часов, не знаю, как долго. Может быть, час, может пару часов. Если вы попадете туда, вам не придется платить ни копейки. Вы получите на руки эту систему. А если вы упустите эту возможность, вы потеряете ее навсегда. Реально, это будет стоить 5000. Опять же, я просто говорю вам как есть, чтобы не было сюрпризов потом. Если бы я был на вашем месте, я бы следил за своими e-mail'ами. Я бы проверял e-mail'ы, проверял ваш спам и мусорную папку, чтобы наверняка не упустить его. Через пару дней вам придет сообщение. Будьте внимательны, потому что такая возможность выпадает раз в жизни. Сказав это, я хочу поблагодарить вас за просмотр данного видео. Мне было очень приятно снимать его для вас. Надеюсь, вам оно понравилось. Если не трудно, дайте знать, что вы думаете о данном материале. Ниже, в комментариях, расскажите, что вы думаете об этом видео. Есть какие-то вопросы, какие-то предложения, что-нибудь, что вы хотите рассказать мне об этом видео. Я буду признателен вам за это. Спасибо за просмотр еще раз. С нетерпением жду увидеть вас в следующем видео. Прощаемся ненадолго. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Поделитесь с друзьями. Нажмите кнопку лайк. So this probably, you gonna put this in, like for the main footage, John? Or, I don't know what you think like to do with it. Anyway, so we just pulled up to the restaurant, I got my family here with me, and John, and we're just gonna have a nice lunch and then go back to shooting.